нашем прошлом видео, посвященном размораживателям стекол, мы обещали вам лайфхак на эту тему. Как оказалось, основным компонентом размораживателя стекол является спирт, и мы не могли этим не воспользоваться. Поэтому решили проверить несколько универсальных средств. Первое – это моющее средство для окон с нашатырным спиртом. То есть им можно не только разморозить стекло, но и протереть стекла, очистить их. Также вода, разбавленная со спиртом в пропорции 1 к 2. Об универсальности этого средства много говорить не стоит. Моющее средство с нашатырным спиртом. Ждем пару минут. Сейчас на улице примерно минус 3. О, тут местами уже начинает подтаивать даже. Льда у нас много, но, в принципе, имея шкребок в руках, стекло можно легко очистить. У нас только что было средство для мытья окон с нашатырным спиртом, а теперь мы используем самое универсальное средство в нашей стране. Лед гораздо быстрее начинает таять, чем в случае с средством для мытья стекол. То есть видно, вот здесь уже лед потихоньку тает. Как видите, оба способа также хорошо справляются со льдом на стеклах, как и специальные размораживатели. Поэтому можете смело брать это на вооружение и экономить свои деньги.